Всем привет! Вот и подошел уже 2014 год к концу. Сегодня мы будем с вами отмечать уже Новый год. Подводя итоги, хочу сказать, что для меня этот год был, в принципе, довольно неплохим, несмотря на всю ту ситуацию, которая сейчас происходит у нас в стране. Тем не менее, я стараюсь уже более позитивно смотреть на вещи, и что-то хорошее всегда происходит, и наша с вами задача это замечать и особенно это ценить. Спасибо огромное всем моим постоянным зрителям, которые смотрят меня на протяжении всего года, и также хочу поприветствовать новых подписчиков, которые только недавно узнали обо мне. Надеюсь, что вам интересно на моем канале. В любом случае, в следующем году я буду стараться делать не менее, а то и более интересные видео. В новом году хочу пожелать вам всем побольше позитива и также добра в вашей жизни. Берегите ваши семьи, цените ваших близких, потому что это самое ценное, что есть у нас. И, в общем-то, удачи вам тоже в следующем году, потому что без нее тоже довольно сложно по жизни идти. И мы с вами увидимся уже в 2015 в новых моих видео. Пока!